вот пришли мы арендовать автомобиль, забронировали мы его на сайте Economy Bookings, и это оказался брокер. Брокер направил нас вот к Europcar, и мы сюда пешочком дошли, и сейчас будем забирать автомобиль. Мы сейчас пришли вот в офис Europcar забирать машину, и что я приготовил для того, чтобы ее взять, это ваучер, который я только что отдал менеджеру, это водительское удостоверение наше российское, это кредитная карта и международное водительское удостоверение, которое необходимо для аренды. Вот сейчас посмотрим, что у нас попросят. Do you need an international driver license? No. Значит, менеджер сказал, что международное водительское удостоверение здесь не требуется, то есть только наше национальное водительское удостоверение, и все. Сейчас, соответственно, будем оформлять договор. Дальше, следующий вопрос менеджера – это полная защита. Первый вариант, который мы оформили на сайте, это блокируется сумма на карте порядка 900 евро. Это наша максимальная ответственность за арендуемое авто. Что это значит? Что если что-то случится с автомобилем, будь то повреждение стекла, днища или еще что-то, то с нас могут взыскать максимальную сумму 900 евро. В случае угона это тоже будет 900 евро, то есть наша полная ответственность. Есть возможность обнулить эту сумму. Она не будет блокирована на кредитной карте. Для чего, собственно говоря, и нужна кредитная карта? Чтобы эта сумма была на нем заблокирована. Можно обнулить эту сумму, и таким образом нам на 2 дня это будет стоить 24 евро. Мы посчитали 1800 рублей, ну, это как бы в принципе за эту ответственность это копейки на самом деле. Мы заплатили предоплату, но кроме того, сейчас нас за 2 дня аренды плюс за полную защиту сняли еще 48 евро. Вот сейчас 48 евро сняли с нашей кредитной карты и будем получать машину. Значит, далее у нас не будет блокироваться сумма за аренду авто, но у нас будет блокироваться сумма на кредитной карте 250 евро. 250 евро это за потерянные ключи, то есть это дополнительная наша ответственность, да, что мы не потеряем ключи, а также за топливо. То есть мы будем обязаны ввести, вернуть автомобиль с полным баком. Если мы вернем не с полным баком, то с нас, соответственно, из вот этих 250 евро взыщут сумму до полного заправки полного бака. Поэтому все-таки избежать того, чтобы у вас ничего не блокировалось, не получится. Вот, кредитная карта нужна. Вот сейчас на ней заблокировалось 250 евро, и больше, собственно говоря, ничего на ней блокироваться не будет. Но это лучше, чем 900. Классная опция, которую мы сейчас узнали, вот совершенно случайно нам сказал менеджер, мы можем вернуть машину в нашем отеле. То есть мы просто отдаем ключи на ресепшн, и нам не нужно будет ехать сюда обратно. А здесь примерно мы шли так медленным шагом около полутора часов сюда. Значит, еще одна опция. Если вы не заправились до полного бака, то здесь мастер заправится на ближайшей заправке, плюс нам добавят эту сумму, плюс еще 25 евро за дополнительную услугу заправки. Поэтому лучше все-таки заправиться заранее до полного бака. И очень удобно, что мы можем вернуть автомобиль на ресепшн нашего отеля. Это вообще супер класс. Вот мы получили наш автомобиль. На самом деле все происходит довольно быстро. Клиентов здесь нет. Я спросил у менеджера нашего, который оформлял нам автомобиль, спрашиваю, сколько у вас автомобилей бронируют ежедневно? Он говорит, ну сейчас не сезон, 4-5 автомобилей, а в сезон может доходить до 30. Причем это только на этой точке, где, собственно говоря, которая находится не в аэропорту. А в аэропорту в день там могут и сотню взять, и две, ну в общем там полное сумасшествие. Большинство заказывают автомобили в аэропорту, но мы вот решили взять непосредственно в офисе. Значит, что мы получили? За, по-моему, 18 евро нам обошлось в день, это сама аренда автомобиля, и 12 евро это полная защита, то есть, ну, считаем 30 евро в день. Это Nissan Note. Nissan Note, пробег у него 90 тысяч километров. Это автомат.
Значит, здесь складывающиеся зеркала, я так понял, все стеклоподъемники, пробег, как я сказал, 90 тысяч километров, кондиционер. Что еще? Да, в принципе, наверное, и все. То есть руль регулируется по высоте, достаточно стандартные настройки. В общем, машина, автомобиль многим знакомый. Здесь, я думаю, что ничего такого нового я не скажу. Значит, далее. Обычно мы, когда получаем автомобиль, мы полностью смотрим прям все царапинки. Видите, вот здесь, не знаю, заметно на видео или нет, но есть царапинка. Значит, мы это все не смотрели, потому что у нас полная защита. На самом деле это очень удобно. Номера у автомобилей в Крыму, они красные. Ой, в Крыму. Номера автомобилей на Кипре, они красные. Но красные они на самом деле только у арендованных автомобилей. И это, мне кажется, как некая защита жителей Кипра от таких, как мы, туристов, которые приезжают сюда, бронируют автомобили. И видно сразу, что этот человек приехал сюда, и, может быть, он немножко ведет себя на дороге немножко странно. Поэтому вот будем вот так ездить. Как вы видите, руль в этом автомобиле справа. Для кого-то это привычно водить японские автомобили, но здесь движение левостороннее, и это на самом деле может внести сложность в вождение. Я немножко этого опасаюсь. Но я думаю, что все будет в порядке, потому что мы в Таиланде уже брали автомобили. Было сначала немножко непривычно брать, ехать, смотреть движущиеся автомобили не в том порядке, в котором мы обычно смотрим, и не в ту сторону. Иногда начинаешь крутить головой, не понимая, откуда может поехать автомобиль, но на самом деле довольно быстро привыкаешь. В чем еще может быть особенность? Это на самом деле поворотники и включение. Значит, сейчас мы запустим автомобиль. Значит, поехали. Здесь у нас слева это дворники, а поворотники у нас включаются с этой стороны. Вот, и это особенность, к которой на самом деле нужно привыкнуть. Привыкаешь по опыту вождения в Таиланде, могу сказать, что привыкаешь довольно быстро, где-то первые полчаса немножко путаешься, а потом уже начинаешь понимать, что, включившись несколько раз дворники, начинаешь потом уже понимать, что, в принципе, сделал что-то неправильно. Мне еще кажется, что тебе, как левше, удобнее пользоваться машиной. Да, кстати, как левше, мне, наверное, немножко удобнее. Я еще брал специальный автомобиль с автоматом. Не потому, что я не умею ездить на механике, а потому, что я немножко боялся вот этого вот левостороннего движения. И когда тебе нужно еще левой рукой, не с непривычки, переключать передачи. И плюс еще работать с сцеплением. Вот немножко из-за этого опасения я взял автомат. Хотя, на самом деле, машина с механикой стоит дешевле. Но могу сказать по опыту, вот давно-давно мы еще в Европе бронировали автомобили, в той же Португалии, автомат стоил намного дороже, чуть ли не в два раза дороже. Здесь это не такая большая разница. То есть, если условно мне автомобиль с механикой бы здесь самый дешевый стоил там 1000 рублей, я без дополнительной страховки сейчас говорю, за сутки, то здесь это будет там 1300-1400. То есть, ну, в принципе, на 30% дороже. Это не так много. И лучше, конечно, надежнее брать на механике. Вот поэтому взяли... Ой, лучше брать на автомате. Поэтому мы взяли вот автомат, и уже проще будет водить. Плюс у нас еще не включен второй водитель, поэтому Саша будет на всем пути водителем. Да, да, про второго водителя. Здесь, как я посмотрел на Кипре, второй водитель всегда стоит дополнительных денег. Возможно, есть будут какие-то акции, если вы будете смотреть на том же Economy Bookings или My Rent a Car, которые тоже работают на Кипре, но мы в этот раз брали не у них, потому что получалось все-таки дороже. Второй водитель, как правило, за дополнительные деньги, но, может быть, смотрите по акциям, может быть, будет он и бесплатно где-то. Не так дорого, в принципе, добавить второго водителя, но так как мы всего поехали на 2 дня, и движение все-таки левостороннее, мы решили все-таки Катю в аренду не включать, немножко сэкономить и поезжу пока я. В следующий раз поедем, может быть, на более долгий срок, и постараемся, конечно, дать Кате тоже возможность поводить, чтобы она
какой-то свой опыт рассказала. Пока Саша привыкает к левостороннему движению, я подрабатываю держателем навигатора. И опять мы забыли держатель для навигатора какой-нибудь придумать, поэтому приходится ехать вот таким образом. Катя работает штурманом. Магистраль, можно сказать, кипрская магистраль. Мы сейчас едем. Еду я со скоростью 80, даже почти 90 километров в час. И меня, в принципе, обгоняют. Ограничение здесь, на данной трассе, сейчас 100 километров в час. То есть все, на самом деле, такое ощущение, едут достаточно больше. Вот этот грузовик едет порядка 100 километров в час сейчас, который меня обогнал. Так что киприоты, в принципе, погонять... так нормально расположены к тому, чтобы погонять, но прям лихачей таких на дорогах мы здесь не видели. Все безопасно и чувствуешь себя в целом комфортно, несмотря на расположение руля не с той стороны. Едем с Сашей и рассуждаем о том, что дороги на Кипре хорошие. Да, сейчас едем по автомагистрали. Вчера мы, в принципе, прилетели в Ларнаку и ехали на трансфере в Пафос на автобусе. И мы за 2 часа преодолели всю страну вот по такой шикарной дороге, по которой можно ехать 100 километров в час. Вот сейчас я еду, а большинство по факту едет больше. И вот все те дорожки маленькие, проселочные, по которым мы сегодня ездили, они все просто шикарного качества, поэтому здесь водить одно удовольствие. А еще очень много знаков, и людям, которые привыкли ездить по правостороннему движению, не составит труда ездить здесь, на Кипре. Да, ориентироваться по знакам довольно легко, и сегодня у нас все получается, мы не плутали практически и всегда попадали в нужные нам места. Да, и очень много дублирующих знаков, чтобы ты не поехал под кирпич. Сейчас мы проезжаем одно из многочисленных кольцевых движений недалеко от Пафоса. И здесь будьте внимательны, что везде, кто на круге, тот главный. Поэтому, ну, так как здесь неоживленное кольцо, то мы вообще никого не проезжаем. Но бывают и такие оживленные кольца, где много, большое количество автомобилей, большое движение. И здесь нужно быть внимательным и ехать довольно осторожно. А еще плюс того, что здесь знаки, допустим, уступи дорогу, стоят с двух сторон, справа и слева. Так что перепутать сложно. Сегодня второй день нашего проката, и мы сейчас едем опять по магистрали в сторону горной части Кипра. Планируем вообще подняться на самую высокую точку Кипра, это около 2000 метров над уровнем моря. Вчера, когда мы брали автомобиль, то был вопрос, где оставить на ночь его.
И мы спросили в гостинице, и оказалось, что там есть большая парковка. То есть можно бесплатно оставлять автомобиль, и это очень здорово. Специальный шлагбаум, и на нем паркуются только автомобили у отеля. Там очень много паркуется прокатных машин. Значит, что еще? Забрать машину, мы договорились. Да, так. Еще вчера мы договорились с прокатной компанией Европкар о том, что мы можем не возвращать им автомобиль там, где мы его взяли, а можем просто оставить в отеле. Для этого нужно будет просто оставить ключи на ресепшн, предупредить о том, что за автомобилем приедут. И, собственно говоря, работник Европкар сам приедет, заберет автомобиль и посмотрит, все ли с ним в порядке. Мы попросили работников Европкар приехать уже в 10 утра и забрать автомобиль, чтобы если будут какие-то проблемы с ним, то они могли бы нам об этом сказать, потому что мы будем еще в гостинице. И так можно сделать, чтобы сэкономить времени и попросить приехать работника к назначенному часу. Сейчас хочу рассказать немножко о заправке автомобиля. Мы вот приехали сюда на Эссе. И примерно полбака мы потратили за два дня. Сами бы, наверное, не справились, если бы нам заправщик не подсказал. Кстати, на одной заправке не было заправщика, мы поэтому приехали сюда. Значит, вариантов тут заправки несколько. Это дизель, это 95-й и 98-й бензин. У нас 95-й. Для того, чтобы заправиться, нужно воспользоваться банкоматом. Для этого нужно вставить карточку, выбрать, на какую сумму вы заправляетесь. То есть, ну, мы выбрали 40 евро. 40 евро, если на 40 евро мы не заправимся, то остаток возвращается на карту. У нас в данном случае получилось 26 евро. 26 евро списали с банковской карточки, и остаток, соответственно, вернется на счет. То есть без проблем выбирайте ту сумму большую, которую покроет полный бак, а потом уже остаток возвратится на карту. То есть это достаточно широко распространено. Если будете платить картой, то остаток уже не возвращается. Вернее, как объяснил заправщик, он возвращается, но сложнее. Поэтому с картой заправляться гораздо проще.